И это не просто так. Я действительно, Вадик правильно говорит, я шел мимо. Шел мимо, иду по улице. Сейчас вот вчера и сегодня такие прекрасные в Москве улицы. Зимние. А, я думал, такие. Женщина. Вадик, вы можете меня не перебивать? Вот бывает, идем мы с Ильей по Москве. И он говорит, какие прекрасные, я говорю, женщины. Он говорит, улица. У нас все время разногласия. В этом вопросе. Но сейчас в музыке мы воссоединимся в этом вопросе, потому что иду по улице. Раньше еще бывало, помнишь, Илья, я уже добавлю, иногда идем, я говорю, а мужчины какие классные. Илья такой, ну это раньше было до постановления, сейчас запретили все. Сейчас только женщины классные. Сейчас только улицы. А мужчины одни уроды, грубо говоря. Фу, прям приемся, чтобы не попасть под новое постановление. Ну да. А патриоты смотрят на улицы, на плитки, понимаешь, на елочки, на деревья. И я вот иду, смотрю на елочки, на деревья, снег. Вот так вот идет, капает, вот все, смотрю, все, все елки в снегу. И мне вспомнилась одна замечательная песня из моей юности. И я хотел бы сейчас ее исполнить вместе с ребятами. Я не смогу ее исполнить, я думаю, что мы вместе не сможем ее исполнить в оригинале. Так же круто в оригинале, сейчас, но на саунде. И даже самое главное, что мы не сможем ее исполнить так же здорово, как это сделала группа Металлика в Лужниках. Но мы попробуем сделать это в стиле регги и посмотрим, что у нас получится. Где-то, вот когда мы по улице пошли по Москве, и увидели елку. Ты имеешь в виду голубые ели? Голубые ели. Мы шли по... Батарейка. У любви у нашей села батарейка. Голубые ели. В свое время Штирлиц увидел в Москве, да? Голубые ели. А потом присмотрелся и понял, что голубые еще и пили. Это единственный Гибсон с батарейкой. А что, без батарейки? Нет там такой, без батарейки, чтобы... Ну, возьми ее тоже. Это что, тоже нормально? Возьми любую. Понимаете? Остаться с тобой. Хотел бы остаться с тобой.